Безработные родители несовершеннолетних детей могут получить в сентябре дополнительное пособие. За каждого ребенка им положено по 3000 рублей. Напомню, такие выплаты были в июне, июле и августе. Но тогда денежное пособие могли получить только те граждане, которые потеряли работу из-за пандемии. Сейчас материальная поддержка предусмотрена каждому несовершеннолетнему ребенку, независимо от того, когда его родители остались без работы. Для того, чтобы получить деньги, нужно встать на учет в Центре занятости населения. Доплата назначается автоматически и увеличивает сумму обычного пособия по безработице. А для того, чтобы решить проблему с трудоустройством, жители городского округа Люберцы могут посетить ярмарку вакансий. Она пройдет 7 октября во дворце спорта «Триумф». Начало в 10:00.